Войны на обетованной земле. В годы Первой мировой Палестина входила в Османскую империю, которая выступала на стороне Германии. Британия, желая ослабить противников, собирала и отправляла на обетованную землю воевать с турками специальные отряды из еврейских добровольцев. Национальные соединения сделали многое, чтобы нанести османам урон на этом фронте. Евреи ожидали, что в качестве благодарности страны-победители позволят им создать на Ближнем Востоке свое государство. Но Лондон решил иначе. После войны в Палестине была образована вполне типичная британская колония. Это привело к появлению еврейских вооруженных группировок, терроризировавших англичан. Пик противостояния пришелся на 1946 год, когда было взорвано представительство британской администрации в Иерусалиме. Конфликт сойдет на нет через два года, когда Израиль объявит о независимости. Войны на обетованной земле.